Я учусь КПИ. Я учусь КПИ. Этой ночью традицию крещать шару вспомнило не очень много КПИшников, но зато позывы были самые разнообразные. Кроме, собственно, шары, студенты призывали на помощь на экзамене и героев нашего времени – Язя, Джигурду и друга Валеру. Также этой ночью зафиксирован рекордно низкий интерес к сексуальной ориентации студентов-химиков. Сегодня мы, собственно говоря, и узнаем, на что надеются КПИшники – на шару или собственные знания. Привет. Ну что, ты уже сдал свой экзамен? Я только допускаюсь. Повтори это, Валерий! Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, je préfère la porter plutôt sans... Рецепт-сессии сдать ее не уча. Не уча? Не уча. Ну, окей, но знаю. Кричал шара ночью? Не, не кричал. Знаю, что сдам. Готовился всю ночь. И как подготовился сейчас? Нормально. Почем экзамен? Микропространственная техника. Микропространственная техника. Сдал все сессии уже? Ну, остался одна формальность. Сегодня закончилась. Формально? Что значит формальность? Сдать. Ты не дал денег преподавателю? Скажи честно. Я тебя раскусила? Ты даешь деньги? Вот он, взяточники! А как ты вообще будешь расставаться с КПИшниками? Спокойно. Спокойно, это не КПИшник, ребята. Три пункта вообще успеха сдать экзамен, расскажи. В конце как можно предпочитать? На пятом курсе. Первый пункт. Проснуться и прийти, да. Проснуться и прийти. Это настоящий КПИшник. А давал когда-то взятки? Мы сдавали. Требования, какие-то программы писать, и в итоге мы на себе столы при комиссии вот так нам поставили. Чтобы принимать новых студентов после того, как очистили класс. Вы что, стесняетесь, молодой человек? Да? А чего? А можете говорить вот сюда, потому что у меня просто тут микрофон, чтобы мы вас слышали, вы просто очень тихо говорите. Мы потом меня обрежем. А где вы учитесь? А на кого? Музыкант. Вы музыкант? А на чем вы играете? На баяне. На баяне. Это музыкант, баянист. Это моя мечта. А тяжело сдавать сессию баяниста? Именно по основному инструменту не тяжело, а по теории тяжеловато. Тяжеловато это как? Ну там всякая гармония, надо звуки уметь складывать, аккорды. Это вам не КПИ. Сейчас. Раньше между окнами дохли мухи, а теперь дохнут шпори. Пункт 4. Розрахувати та дослідити на лінійні коливання каната прикинув монетики монет. Мікропроцесорна техніка. Мені, як соціологу, все одразу ясно. Що мені? Не здав. Я просто лежу в туалет. Очень много слышали, но очень мало видели. Не вы вечный мне. Студент, да? Я в данный момент не студент, я в стадии восстановления. В 85-м поступал. Факультет менеджмента и маркетинга. Они очень общительные и настолько входят в контакт с людьми, что я не нашла ни одного, чтобы взять у них интервью. За это. Дарить цветы, конфеты. Цветы, конфеты – это свидание, если ничего. Да.
Ну, тут тоже. Давай еще раз, давай еще раз. Три рецепта сдачи сессии. Лазанья. Конфеты. Это свидание, давай еще раз. Три рецепта сдачи сессии. Знания. 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 Еще раз. Знания! Три девочки, например, могут брать обаяние, да? А вы, парни, вы? Обаяние только преподавателям женского. Представь, что преподавательница. Ну, я не знаю, сейчас что я сделал. Я бы все-таки знания не знал. Раз — это удача, два — это знание, и три — это хорошее настроение преподавателя. Я получила пятерку. Мы за сегодня выяснили, что одной шары для сдачи сессии недостаточно. Студенты прибегают к таким способам, как списывание со шпаргала, давление на жалость. Страшно подумать, они даже учат свой предмет, ведь в КПИ взяток не берут. Ну что ж, встретимся в следующем семестре. Пока! Нормально, да? Ну, отлично. Типа, не правильно, что такая. А ты можешь не нервничать? Давай еще раз говорим. Ходи чуть-чуть. Мила, как тебя зовут? Также этой ночью зафиксировано рекордно низкий интерес к студентам. Зафиксировано. Интерес. Интерес опять она. А я, честно, ходил на ПП, да, я ходил на теннис, мне нравилось. Ну, конечно, не знаю, что я, если честно, ходил на ПП, ну ладно. Тебе тоже. Хорошо. Нет, я не ходила на ПП. Ну, о боже, я ходила, но просто я много поверила. Сейчас мы находимся в кабинете. Ты что, меня обманул? Ты сказал, что ты вышел в туалет, а ты на самом деле списываешь? Ты что, наступает? Вся группа разлобится, один старый снова разлобится. Какой молодец! Да, я молодец. Микропространственная техника.